Дублеры волгоградского «Каустика» начали продолжительное выездное турне матчами в Перми против Академии пермских медведей. В первой встрече молодые волгоградцы сражались достойно, но откровенно провалили концовку первого тайма, чем умело воспользовались хозяева площадки и перед перерывом сделали ощутимую разницу в 4 мяча. Во втором тайме гости предприняли отчаянные попытки догнать соперника, однако сделать это, к сожалению, не получилось. В итоге победа Академии пермских медведей 34-31. Самым результативным в составе ЦРГ «Динамо Биотех» стал Сергей Палащенко. 12 раз его точные броски заставляли капитулировать голкипера «Берлоги». Вот только для достижения положительного результата этого оказалось недостаточно. Повторный поединок 11 ноября. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».